мы играли в Одессе, обыграли Черноморец и вышли в полуфинал Кубка СССР. И много ребят тогда, в частности и я, получили мастеров спорта. Вот. И, естественно, то есть мы собрались все. Тогда еще в команде был Казаченок Владимир Саныч, как старейшина. Вот, у него в номере. Когда кончилось шампанское, я как вновь прибывший в команду, пошел, как говорится, еще раз. Вот. И когда я возвращался, я не заметил, что за мной шел сзади Садырин. То есть я зашел, сидит 15 человек, и заходит Садырин. А такое было удивление, потому что люди на меня смотрят, и не понимают. А я его не вижу, не понимаю, чего я говорю, чего вы на меня уставились. Ну и Садырин раз меня отодвигает, говорит, так. Ну, думаю, все, сначала шапки слетят, сейчас бошки полетят. Он говорит, он просто поступил чисто, когда сидит коллектив, когда видит, что, в принципе, это порядок, никаких там таких дебошей, нет ничего. Он просто сказал, так, кого нет, вот кого нет, тот будет наказан.